Дворы у второго и третьего дома третьего микрорайона – очередной показательный пример того, что программа «Комфортная городская среда» в Десногорске работает. К концу 2019 года такими обновками могут похвастаться и несколько других дворов Атомграда – в первом микрорайоне у первого дома и в седьмом микрорайоне у домов 1 и 2. Изменения во внешнем виде участков заметны невооруженным глазом. Там выполнен ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, пешеходных зон, подъезда к подъездам, установлены лавочки новые, установлены светодиодные светильники над подъездами. Благоустройство выполнено. Такой минимальный перечень благоустройства можно получить абсолютно бесплатно. Для этого достаточно инициативы и дружных действий не менее чем 50% собственников жилья конкретного дома. А дружить, тем более ради общего блага, десногорцы умеют. На 2020 год поступило 8 заявок, то есть значительно больше, чем в прошлом году. Граждане проявили очень активную гражданскую позицию, синициировались, провели собрания и уже подали заявки в администрацию. В Смоленской области общий объем финансирования федерального проекта «Комфортная городская среда» на 2019 год составил порядка 333 миллионов рублей. Участниками программы стали 30 муниципальных образований с численностью населения от 3000 человек. А привести в порядок свой двор можно будет до 2024 года. Таков срок действия программы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.